Друзья, с нами самая интересная программа «Три сложных вопроса». У нас в гостях Сергей и Оксана Кубасовы, пасторы, служители, чьи жизни преобразились под действием силы Божьей. Они в свое время открыли для себя секреты жизни, успешной жизни, и вы можете узнать их историю, вы можете почерпнуть из их открытого, откровенного рассказа для себя много ценных вещей. Мы сейчас узнаем самое интересное. Мы узнаем о том, как произошел переворот в их жизни. Мы у них узнаем об их личной жизни, о том, что соединяет людей вместе, что их держит многие годы, что наполняет радостью союз, и о том, легко или просто ли найти свое призвание. И мы начнем с первого вопроса и хотим узнать у вас, Оксана, у вас, Сергей, как вы уверовали? Расскажите, пожалуйста, ваши истории. Я пришла к Господу от нужды, от большой проблемы внутренней. Я понимала, что моя жизнь разрушена. Ну, разрушена была, может быть, даже не сколько внешне, сколько внутри. И я точно понимала, что у меня есть проблема, которая сегодня медициной, к сожалению, обречена и не лечится. Она связана с алкоголем. И я всячески пыталась избавиться от этого, проходила там лечение, какие-то методы использовала. И где-то уже свыклась с тем, что я буду с этим жить, мне нужно научиться себя контролировать. И в тот момент я где-то осознанно действительно позвала в мою жизнь Бога. И сверхъестественно просто начались происходить какие-то чудеса, вещи, знакомства. И я познакомилась с ребятами, которые приехали в наш город, где я работала, где я жила. И устроились на работу ко мне, я была руководителем агентства недвижимости. И они открыли реабилитационный центр для наркоалкозависимых. И в итоге, спустя, наверное, полгода я приняла решение, закрыла агентство и уехала на реабилитацию на 4 месяца без связи. Без поддержки какой-то. Да. Я вообще считаю, что когда человек сам хочет от чего-то избавиться, Бог, конечно же, избавляет. Mm-hmm. То есть это большая, наверное, и сложность, и в том плане, наоборот, как драгоценность, наверное, когда ты честен сам с собой. Я пыталась занять себя творчеством, я с детства занималась музыкой, связала свою жизнь с музыкой, и музыка мне очень помогала. Вот. Но потом я поняла, что я не хочу ничего. То есть, когда вот предел такой пришел в жизни, что я просто хочу хоть ненадолго уйти от реальности. И потом я без алкоголя уже не могла засыпать. То есть, мне нужно было, чтобы просто отключиться, мне нужно было... Ну, то есть, это было действительно страшно, это было тяжело. А я приняла решение просто остановить свою жизнь, остановить общение с миром, просто погрузиться в себя, проанализировать, что я лично могу изменить. И, конечно, когда есть вот это решение, я верю, Бог, он никогда не медлит. В моей жизни так и случилось. В реабилитационном центре есть такая целая программа, где служение построено таким образом, что ты погружаешься в Божье Слово, в изучение Писания. И восстанавливается достоинство, да, как конечно, Бог смотрит на тебя. Конечно. То есть вот это исповедание, то есть ты знакомишься с другим образом, чем ты вырос. Плюс ты останавливаешь себя от этой социальной активной жизни, потому что наша жизнь через общение, она тоже нас немножко абстрагирует от внутреннего анализа. И когда ты погружаешься наедине с самим собой, ты действительно немножко иначе смотришь вообще и на себя, и на свою жизнь. Начинаешь анализировать, переживать, видеть благодать Божью, которая, оказывается, всегда была в твоей жизни. И не просто сложности пришли, на самом деле все иначе. И, конечно же, я получила откровение о служении женщинам, в которые я сразу влюбилась. Я, в принципе, всегда имела к этому тягу. Мне всегда окружали женщины, мне хотелось им помогать, мне хотелось им показывать, что они красивые, что они достойные, что они способны просто этот мир украшать, созидать. И я свою жизнь видела сразу с призванием служения женщинам и служением прославления. И когда я вышла после реабилитационного центра, конечно же, присоединилась сразу к общению, к церкви, и начала служить Богу. Вы уже прям ответили тоже на самый третий вопрос о том, как войти в призвание. То есть для вас это стало неразделимым. Да. Спасение, утверждение в том, кто вы есть, и сразу же
стало понятным, то, что было как-то так замылено, скажем, жизнью. Сергей, поделитесь, пожалуйста, вашей историей. Моя история, она... Как Бог соединяет людей? С какими историями, с каких концов земли вообще Он их призывает, приглашает и соединяет? А сейчас, спустя годы, я читаю Библию, в очередной раз вижу слова в Евангелии от Иоанна в 15 главе, где Иисус говорит словами самого Отца Небесного: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». И там есть цель, для чего происходит избрание, чтобы вас поставить, чтобы вы шли, и чтобы вы приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, да. То есть увеличивался. Да, увеличивался, и тогда, чего не попросите во имя Мое, да будет вам. То есть там уже обетование звучит. И, конечно же, спустя годы я понимаю, что это был путь призвания, так меня Бог призвал. И у меня был опыт общения с таким известным служителем, он живет в Лос-Анджелесе, Томми Барнетт. И он говорит, что нам нужны нужды. Через это мы вопием и обращаемся к Богу. Вот я пришел к Богу через нужду. Нужду в чем? Нужда в своей, ну, осознании своей несостоятельности. И у меня была зависимость. Наркотическая зависимость, которая порождала некий клубок, наверное, или некое излучение всего негатива, что как следствие всего этого исходит, потому что образ жизни был беспорядочный, и к тому времени я уже, сколько мне было? Мне было уже 35 лет, я, в принципе, уже часть жизни своей прожил, и я оглянулся, а плода моей жизни нету. Я, как скажем, наследие 90-х годов, и в нашей стране происходили разного рода тогда катаклизмы, и улица мной завладела довольно-таки рано, хотя я из полноценной семьи, и я единственный ребенок, на которого были устремлены все взгляды всех бабушек, всех родственников и так далее. Забота, попечительство. Да, забота, попечительство. Я бы не сказал, что я начал употребление чего-либо в своей жизни, исходя из вот с того, с чего, как бы, основываясь на чем Оксана, что я испытывала отчужденность, какую-то отверженность, обиду или какая-то боль. Была некая дань моде, это было модно, по крайней мере, у нас в Нижнем Новгороде это считалось круто, это был тренд того времени, то есть чтобы ты был отвязанным, чтобы ты был независимым, чтобы ты был, ну, отчасти, так диктовали реалии того времени. И я был именно, то есть была благоприятная среда для того, чтобы я мог туда окунуться. Конечно, есть параллельные люди, которые скажут, что они окунулись абсолютно в другую среду, может быть, в образование, в бизнес, в развитие, и дело не во времени. Но я просто складываю линейку неких событий, почему я оказался в тюрьме. Я оказался в тюрьме, потому что хотел все и сразу. И не желал. И во сколько лет вы оказались в тюрьме? 14 лет. В 14 лет я попал в колонию несовершеннолетних уже за кражу. И потом я освободился и попал еще раз в колонию несовершеннолетних. И потом я третий раз попал. И третий раз мне дали 10 лет. В 17 лет мне был приговор 10 лет. И я оказался в тюрьме при Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Еще он тогда был у власти последние месяца своего правления. И вышел уже при расцвете Путина. То есть уже Владимир Путин был при президентстве. То есть я вышел в другую эпоху вообще. Я вышел в другой мир. И меня формировала тюрьма. Меня формировали те устои, те традиции. Все, что меня окружало. И вот такой Маугли, скажем так, своего рода, как бы вышел, ну, вот в этот мир. И ничего особенного в моей жизни не происходило. Я аж придерживался тем критериям, тем традициям, тем понятиям. Старался карабкаться по той, скажем так, карьерной лестнице, которая существует в преступном мире. Пришло это к некому образу сказки Александра Сергеевича Пушкина «Старик со старухой у разбитого корыта». Мое корыто абсолютно было разбитым, мое физическое состояние было разбитым, мое окружение вызывало сомнения вообще, существовало ли оно вообще на тот момент. Мои родственники, наверное, уже внутри себя сказали, поскорее бы его земля забрала, потому что все, что я, где я находился, я приносил боль, проблемы и разочарование.
И были люди все-таки в моей жизни, они сейчас есть, слава Богу за них, которые встретились с Богом. Встретились с Богом, пережили Его любовь и решили ходатайствовать за мою жизнь. Они стали молиться, они стали соглашаться, они стали противостоять этому. И я думаю, что это одно из основополагающих, скажем так, моментов. Даров вообще свыше. Да, даров свыше, когда мы ходатайствуем, боремся за погибающие нации, за погибающих людей, за то, что мы принимаем решение спасать взятых на смерть. В моей жизни были такие четыре друга, как из Евангелия от Марка, которые принесли расслабленного, они решили ходатайствовать, молиться втайне от меня. И я думаю, что это не случайно, я плод их молитв, и я оказался по наитию или как-то так вот по Божьей схеме, не подчиняющей моей логике, в реабилитационном центре. Не потому, что я принял решение поехать в реабилитационный центр и что-то изменить в своей жизни. Так сложились. Наоборот, этому сопротивляюсь. Да, я этому сопротивлялся, и причем очень активно сопротивлялся. Даже где-то я себя ловил на мысли, как некий Савл, который гнал церковь, гнал христиан, потому что он так думал, что он служит Богу. Я мог, скажем так, преследовать за это человека, за то, что он попытался меня, скажем так, обратить к вере. Что значит преследовал? Я мог достать пистолет и выстрелить, там, скажем так, рядом с ним, то есть дать понять, что это, наверное, самый последний раз, когда ты можешь мне проповедовать. Когда люди пытались проповедовать Евангелие уже без использования Священного Писания, а другими словами говорит, ну посмотри на себя, посмотри, в каком ты состоянии находишься, посмотри на свой внешний вид, посмотри, какие последствия. Это как-то начинало срабатывать, ну, более-менее мягче становилось. Ну и в один из дней, это было 9 мая 2009 года, в этом году через несколько месяцев будет 10 лет вот моей победе, я по просьбе моих этих друзей поехал с ними в баню. Баня, к счастью, оказалась в реабилитационном центре. Хорошая русская баня. И я согласился на это, скажем так, предложение. Принял его и вошел в реабилитационный центр. Для меня это была дверь. Дверь встречи с Иисусом, потому что он говорит, я есть дверь. Кто мной войдет, тот пажить найдет. Я вошел в эту дверь и был потрясен тем свидетельством, которое там я увидел. Там было порядка 40 человек находилось в программе реабилитации. И это был социальный реабилитационный центр. Это были настоящие люди с улицы. Это не было какой-то такой определенного формата центра, где проходит реабилитацию наркоманы, у которых еще есть семьи, дома. Это были жесткие люди с улицы, с вокзалов, с платформ. Кто-то из них жил в коробке из-под телевизора, кто-то из них жил в подвале, кто-то занимался попрошайничеством. Но это была такая публика, ну, с которой я не мог находиться где-то на одной плоскости по своему мировоззрению. Да? И когда я туда попал, и когда я услышал свидетельство этих людей, что кто-то там 9 лет жил в подвале, и вот его Бог спас. Кто-то был в плену, находился в плену там у каких-то группировок, работал на них, просил милостыню на вокзалах, то есть, и так далее. Когда я увидел несколько ребят, которых я знал, и я знал их просто в другом образе, я увидел их светлых, с другими глазами, без ненормативной лексики, которые говорят о любви какой-то. То есть для меня это было по меньшей мере просто, да? Странно вообще. И когда я был на этом служении, там шли свидетельства, один свидетельствовал, как Бог изменил его жизнь, второй, третий. Настоящим образом на меня спустилось облако. Это мое свидетельство, я о нем всегда рассказываю. Я увидел, как вот густой туман, я как был взят в вакуум, то есть, потому что там происходила, наверное, моя именно метаноя изначальная, когда я сознательно встал при всем моем опыте прошлого агрессивного реакции на проповедь Евангелия. Я сознательно встал, позвал служителя реабилитационного центра, отдал ему сознательно свои документы, свой телефон, свои какие-то сбережения, и сказал, я принял решение остаться здесь. Те ребята, которые меня туда пригласили или строили эту комбинацию вот этого моего захода в реабилитационный центр,
сегодня они мне свидетельствуют, что они сами не поверили, что это могло произойти. Ну, я теперь могу точно констатировать вам, всем зрителям, нет ничего невозможного для Господа. Надо доверять, доверять и доверять. Где-то в младенчестве, я думаю, что есть некий, наверное, склонность или крайность духомании, когда мы везде видим Бога, мы везде слышим Бога. Очень мистичные, да, все это, да? Все это, все так, скажем так, мистически. Но потом приходит некое, ну, скажем так, есть братья, добрые братья, которые нашатырный спирт приносят, такой духовный, отрезвляют, говорят, что ну, не все в этом и есть. И не всегда Бог, так да. будет. И с одним из таких братьев, когда мы разговаривали, я ему рассказывал свою прошлую жизнь, свидетельство, где я находился в колониях, какие у меня были похождения и так далее. И я рассказал историю, когда в одной из колоний в моем подчинении было 2500 человек. То есть, да, то есть я отвечал в преступном мире за определенную, как бы, категорию людей. И он мне тогда посмотрел на меня, и я не думал ни о церкви, ни о миссии. Он посмотрел на меня и сказал: вот как минимум 2500 церковь, Бог тебя уже тогда, еще веткой жизни готовил для того, чтобы ты смог уже вмещать в своем разуме, в своем сердце людей, уже не десятками, а тысячами исчисляется. Тогда я, это как-то попало в мое сердце, это не амбиции, это просто было как откровение, как пророческое слово, которое было высвобождено. И спустя несколько там, может быть, месяцев пастор предложил поехать в Санкт-Петербург и начать эту замечательную работу тем, чем мы сегодня занимаемся. Друзья, у нас опять получилось, что Сергей из ответа на то, как он приобрел спасение, как Бог приобрел его, как преобразилась его жизнь, он плавно перешел к ответу на то, как он нашел свое призвание и в чем он нашел свое призвание. Запомним это, и мы зададим тогда вам наш второй ключевой вопрос, который касается жизни многих людей. Я думаю, что важнейшая часть жизни, и мне очень хочется пожелать нашим зрителям, чтобы они были счастливы в этом. Писание говорит о том, что если кто нашел добродетельную жену, то это подарок ему свыше, это подарок ему от Бога. Наследство от родителей, а хорошая жена, она от Бога. Вам очень повезло с женой, я просто восхищаюсь Оксаной. И сейчас мне бы хотелось услышать от вас историю, что, как вы встретили друг друга, что вы нашли в друг друге и каким образом вы сохраняете ваш союз. Когда мы познакомились, естественно, я уже была верующим человеком, мы были из одной церкви, они были, выехали сюда на миссию. И я, конечно же, встретила человека, который знает точно, кто он, куда он идет. И меня сразу потрясло, конечно, в хорошем смысле, отношение людей, которые окружали его, к нему. И это же тоже как-то на нас влияет. Он, как мужчина, конечно, покрыл меня такой заботой, такими ухаживаниями, что невозможно было, да, не влюбиться, наверное, вот в это вот отношение ко мне, потому что нас разделяло 1500 километров. У меня было двое маленьких детей, и это, ну, другими словами, целая семья. Я понимала, да, что есть такие обстоятельства, но он такой человек, как бы целеустремленный, он уже гораздо раньше получил, наверное, то, что, ну, принял решение, что я именно та женщина, которая ему нужна. И я помню, как он меня пригласил в ресторан, в очень красивый, и мы с ним встретились тогда. Я понимала, что это для него определенная цена, не просто там повезти в ресторан, он повел в красивый ресторан, он снял там целый зал, это было в каких-то таких нюансах. И я понимала, что человек в служении, что он очень много работал, чтобы вообще такую цену заплатить. И он посмотрел на меня и сказал: у меня к тебе есть предложение, но в принципе
Я тебе сразу хочу сказать, что ответ меня не очень интересует, потому что я целеустремленный человек. Ну, он другими словами дал мне понять, мне все равно вообще. Если ответ будет отрицательный, то меня это не будет. Вообще, какие между нами есть обстоятельства, препятствия, какие расстояния, какие вообще есть сложности. Мне нужна ты и только ты. И, конечно, когда женщина понимает вот эту вот свою ценность в его глазах, конечно, это меня очень сильно поразило. Плюс я видела его посвящение. Я молилась о будущем муже именно как о человеке, который действительно знает, кто есть Бог, человек с ценностями подобными, наверное. Mm-hmm. И вот тогда началась моя история, и в итоге я переехала сюда. Его отношение вообще, наверное, к детям, к моим старшим, это для женщины, наверное, такой один из самых важных факторов. Вот. И вот все эти такие компоненты, компоненты, они, конечно, сыграли большую роль. То есть вы не то чтобы влюбились сразу же, конечно, но он вас покорил. Он меня покорил, он меня завоевывал, конечно. Я увидела опеку в том, в чем я нуждалась. Знаете, для меня сегодня я вижу Божью любовь через то, что он мне дал Сергея в моей жизни, потому что Бог восполнил очень многое в моей жизни. На тот момент я была исцелена, я была свободна. Мне казалось, я все понимаю, мне легко. Но на самом деле уже через его любовь, через наш союз, в принципе, я стала себя как женщину узнавать. Доставать из себя все дары, где-то их реализовывать. Потому что благодаря его любви, его отношению ко мне, вообще к нашей семье, вот Господь, он меня стал открывать. То есть я себя совершенно другую узнала уже рядом с ним. А вы, Сергей, расскажите, пожалуйста, как вот вы поняли, что это она? Я увидел ее фотографию. Я даже не видел ее сначала вживую. Я увидел ее фотографию и поставил лайк над фотографией, написал «хорошая фотография». С этого завязалось наше общение. И общение, начиналось на таких богословских плоскостях, скажем так, когда мы там говорили о Иисусе, о спасении, о миссии. И как бы вокруг этого все как бы крутилось, мы не подходили. Спустя лишь только, наверное, 1.5-2 месяца мы начали уже говорить о личностях, вообще кто мы, что мы и так далее. И моя, конечно, основополагающая была, скажем так, установка внутри, чтобы она знала Бога. То есть, чтобы она любила Бога больше, чем меня. Все-таки это правильно, начиналось вот именно с того, что вы не столько как на женщину на нее смотрели, сколько на человека, который нуждался в любви Христа. Да, да. Это было так, причем это было, она находилась в Нижнем Новгороде, даже под Нижним Новгородом, в одном из там провинциальных городов Нижегородской области. Я находился в Санкт-Петербурге. Я был не привязан ни к чему, я был как одинокий, холостой, миссионер, пастор. И, к стыду, окружали меня девушки здесь в церкви, и не только в церкви, окружали, и, в принципе, выбор был, и не надо было никуда ездить, не напрягаться, ни какие-то сверхсилы тратить и так далее. Я понимаю, что это... что то, что с моим сердцем происходило, это от Бога. Это не какой-то мой похотливый или человеческий душевный поиск. Это именно то, что соединило меня с ней через небеса. Потому что, во-первых, если логически включать, женщина с двумя детьми, это лишнее бремя, это лишний вызов. Особенно для человека, который не имел опыта воспитания семьи и вообще, может быть, счастливой семьи. Да, особенно для человека, у которого нет модели воспитания, нет образа какого-то такого мужа, отца и так далее. Это логика говорила об обратном, да, но чувство и любовь сердца, она на чаше весов всегда пересиливала. Я понимаю, что мной руководила как раз-таки Божий промысел. Мне даже кажется сейчас, что мы находимся в каком-то, просто в первичном даже сейчас еще состоянии, что все еще глубокое, основное, оно все будет впереди. Спустя 10 лет брака у вас на двоих 5 сыновей, от 17 до годика. И это просто вдохновляет, конечно. Вы действительно выглядите молодыми, полными сил, надежд.
В чем вы считаете секрет вот счастливых взаимоотношений, вашей счастливой любви? Как бы вы это определили? Я считаю, что секрет, конечно, в ценностях. И когда оба они настроены на созидание этой семьи, на то, чтобы мы всегда выходили за рамки себя, то, чтобы мы себя всегда отодвигали для того, чтобы слышать друг друга. Вот. Это работа, которая нас настолько обогащает, настолько расширяет, и работая над этими отношениями, наверное, жертвуя. У нас есть правила, некие наши семейные правила, и мы их утверждаем, укореняем, и, думаю, где-то получается у нас их эти правила выполнять, где-то нет, но в основном да. И если, как говорить о неком рецепте, то есть этого счастья, это правило звучат следующим образом. Во-первых, мы доверяем друг другу. Ни разу не было в моей голове мысли о каком-то, то есть какой-то неверности вообще. То есть нету даже тени, чтобы дать повод об этом. Это раз. Во-вторых, мы приняли решение говорить друг другу обо всем. Если ей что-то важно, она мне говорит, мне надо поговорить, мне нужно там шопинг, мне нужно это, мне нужно туда. То есть у нас нету никаких тайн. Никто не копит как-то. Да, никто не копит. То есть это одно из правил, да? Что мы приносим это на поверхность и участвуем в жизни друг друга по максимуму. Это, наверное, основополагающее правило, которое способно вот созидать вот этот вот семейный очаг. Они были наги, написано, и не стыдились друг друга. То есть у нас нету каких-то там, вот это мое, вот это твое, вот это, наверное, я не буду рассказывать и так далее. Мы стараемся быть по максимуму открытыми друг перед другом в вопросах всех, которых сфер, которые нас окружают. Это начиная от внутреннего состояния, да, от мотивов, о чем ты думаешь, что ты переживаешь, в чем ты сейчас находишься. То есть мне не надо додумывать. Она мне сама об этом расскажет, и мне проще потом как применять какие-то инструменты для того, чтобы что-то сгладить. Находить какое-то решение. Вопросы воспитания детей, вопросы наших графиков, там, поездок, конференций, служений, людей и так далее. Мы подошли к такому определенному моменту, мы способны вести диалог, дискуссию и научились слышать друг друга. Это самое важное, когда муж слышит свою жену, а жена слышит мужа. А когда вы сказали, что кто нашел добродетельную жену, иногда я думаю, что голос жены – это как второй голос Духа Святого в моей жизни. То есть, и чем чаще я поступаю так, как она мне советует, тем больше я убеждаюсь, что это подарок от Господа. Мы попадаем туда, куда мы должны попасть, в цель. Мы избегаем каких-то неприятностей, потому что мне посоветовала это сделать жена. И я, как мужчина, вообще не стыжусь об этом сейчас говорить. Это не позиция подкаблучника, это позиция гармоничного мужа, который в тандеме находится со своей женой. Спасибо вам за вот эту точность и обстоятельность, я бы сказала, что вы внесли этот итог. Друзья, вы слышали часть ответа нашей замечательной пары, наших гостей на ответ, как войти в свое призвание, а более подробно вы можете об этом узнать в программе с Сергеем и с Оксаной. Смотрите, пожалуйста, на телеканале ТБН, вы можете смотреть и на сайте, вы можете смотреть сразу, когда она вещается в эфире, вы можете найти программу в Ютубе, поэтому получайте вдохновение, радуйтесь вместе с этими людьми, знайте, что жизнь действительно может быть открыта для вас на любом этапе, если вы нашли того, кто является ее созидателем и творцом. Будьте благословенны. Это были три сложных вопроса с Сергеем и Оксаной Кубасовыми.